Ассаламу алейкум, друзья. Приветствую всех. Сегодня в селе Куштиль Хивского района Республики Дагестан. Вот так вот пригласили сюда. Здесь живут табасаранцы. Они меня и пригласили к себе сюда. После сенокоса участок. Такой вот спуск. Машины мы там припарковали. Поднялся, чтобы отсюда обзор снять. Обзор села. Потому что здесь немного выше. Все хорошо видно. Тут еще можно высоко подняться. Но здесь уже сетка не дает. Все-таки я решил подняться. Перепрыгнул через сетку. Такие деревья здесь без... Интересные деревья, не знаю от чего. Что за дерево? Там вот тоже что-то растет мелкое. Хорошо, ветерок в тени. Попробую еще выше подняться. Дошел вот до такой высоты. Ой, под этим деревом сейчас сяду. Вот отсюда как на ладони видно село Куштиль. Вот отсюда попробую показать. Встану на эту кочку. Там вот в этом ущелье речка течет. Здесь форель ловится, усач в этой речке ловится. Сижу вот в таком месте под деревом, любуюсь видом отсюда с горы. Смотрю, там уже движение, на стол накрывают. Хинкал, наверное, там приготовили утром. Барашку зарезали. И сейчас будет вкусный хинкал. Вон там люди уже накрывают на стол внизу. Так что пойду я потихоньку спущусь туда вниз. Сяду за стол. Перекушу что-нибудь вкусное. Горное мясо надо поесть обязательно. Вот такое вот место нашел через сетку. Залез туда вот к этому дереву. Оттуда снимал. Такой вот родник. Правда, воды здесь нету. Селе Куштиль. Такой вот красивый узор. Узорами сделанный родник. Короче, пока я спускался, видимо, спугнул этих коров. Они убежали оттуда, с того участка, где я сидел. Убежали вниз к речке. Тоже мы спустились сейчас за ними. Бегут в горы куда-нибудь. Надо обратно их загнать. Они, наверное, воду выпить спустились сюда. Давай, домой, домой. Ши. Вот этот мостик, который я снимал сверху, он с того места, где дерево. Они хотят идти обратно. Лишь бы убежать куда-нибудь. Чиш! Вот так вот загоняем их обратно в участок. Вроде получилось. Все, загнали обратно. Что, убежали бы куда-нибудь еще. Такой вот петух здесь, друзья. Одетый петух. Петух в штанах.
чай всегда на месте. Чай всегда есть, самовара. Собака спит, спряталась от жары. Копейки зарабатываешь, да? Вот так вот, друзья. На костре в селе Куштиль позвали в гости. Такое вот произведение здесь искусство. Вот, утром резали барана, свежее мясо. Вот. О, здесь вообще блюдо. Серьезное блюдо здесь. Тут солнце прожает. Такое вот здесь блюдо. Из баранины. Туда надо хинкал. Да, да, здесь вот в большой кастрюле будет хинкал. Мясо оттуда брали и вареное. Картофель сейчас уйдет в кастрюлю. Потом будет вариться. Мясо уже сваренное, как раз бульон на баранине. Сейчас туда хинкал. Да, сейчас тесто. Сначала сейчас картошка сварится слегка. Потом тесто закидываем. И будет вообще бомбическое блюдо дагестанское, горное. Сейчас крышку. А, крышку. Сейчас. Это... Такие блюда здесь вкусные готовят. И полезные, и вкусные, и сытные блюда. Экологически чистое мясо. Утром рано зарезали этого барана. Сварили мясо. Из него получилось сейчас... Два блюда будет. Одно уже готово. Три. А, да, да, это еще отдельно. Голова вот. Тоже. Голова, отдельное блюдо, да. Это деликатес. Голова, это деликатес. С языком, со всеми, со скольчем. Ребята едут там, не знаю, за границу какие-то. Какая за граница? Вот, Дагестан, Россия. Хивский район. Село Куштиль. Приезжайте сюда. К нам в Дагестан приезжайте. Здесь экологически чистая вообще зона. Отсюда, брат, там речка идет. Там, знаешь, рыба, форель. Форель. Кусачка. Вот ребята говорили, что здесь вот, рыба, вот здесь даже речка, говорит, там чистая вода, холодная, родненькая. Лес. Да. Вот так вот здесь фасоль растет вон. Вдоль сетки вот так вот фасоль. Здесь огурцы. Грядка огурцов. Капуста, помидоры, перец, в общем, что только нету. О, гости у нас. Да, курнуза. Вот это вот называется хинкал. Почки, кудюк, почки, общем, сердце, все внутренние, надо вот полезные органы. Сами и лук, картошка, соль, перец, больше ничего нет. И а больше ничего не надо. Сарахалу. А то это уксус, муксус, это на старое мясо добавляют, они уксус, муксус. Значит, зачем на уксус, на свежее не мясо? Не надо. Уксус? Горное мясо, блин, порезал. Даже если шашлык делать, соль, а перец в процессе сделал и все, вот готово мясо, шашлык. Я буду. Вот такими квадратиками тесто режется, закидывается на бульон. Это называется, друзья, хинкал. Отсюда дальше, от километра, да, там чистая вода, я отдыхай. Поздно, поздно узнал про это. Хинкал уже на подходе варится. Скоро уже будет готов, будем вытаскивать вот такие вот подносы. Да.
5 домов. Я на зиму. Там так юрик, куда на зиму вообще? Сейчас, думаю, не на зиму вообще. Деньги на пей. Хирс стоять, мог хорик. Все, нападаем на Хинкал, Хинкал готов. Район, друзья, село Куштиль, в гостях у табасаранцев. Вот так вот встречают здесь, в этих краях. Ну, мало кто.